Друзья, финальное музыкальное выступление. Встречайте на сцене Заинька, Запорожье. Еще раз добрый вечер, друзья. Я уверена, многие из вас думают, что Заинька и хорошая музыка – понятия несовместимые. Отнюдь, господа, вы многого о мальчиках не знаете. Несмотря на то, что ребята уважают творчество группы «Бутырка», ребята способны испытывать настоящие подлинные чувства. Умеют любить. И если уж поют шансон, то только настоящий, такой, каким он был рожден в старой доброй Франции. Смотрите. Объясните мне, откуда стереотип? Если носишь ты спортивки, ты мутный тип. Если любишь ты пивас, то ты шпана. Ну а я ведь в этой жизни совсем другой. Не курю, не занимаюсь я ерундой. Увлекаюсь спортом, как и мои друзья. Па-па-ра-па-па-па-па-да. По войну! Раньше был для нас вот это язык мечты. Хочешь что-то изменить? С себя начни! Па-па-ра-па-па-па-ра! Ревета стогне Дніпро ларджі, Енгрі у реку гуйон сі. Вілон вибаншон рі, Ансансер мунтаньон де Марі. Понял? Ага. Вот Андрулик Шевченко по-французски выучил. Главное, по-украински он его не знает, по-французски выучил. Ну а я вообще по жизни интеллигент. Увлекаюсь мариконой, курю тонкий кент. Президентом не хотел быть никогда. Ша-ша-ра-ша-ша-ша-ша. Что ж ты правда назад? Золотые купола, не шей мне срок. Президентом быть не так уж и тяжело. Ша-ша-ра, ша-ша-ша-ра. Ну, а я хочу сейчас спуститься в зал и вернуть мобилу ту, что я отжал. Было так темно, прости, брат, не узнал. Игорь, мы просто так подумали, вот, ни команды, ни телефонов. Па-па-па-ра! Как у нас в стране нормально все может быть, если тот, кто раньше дрался, руководит. Да, стоп, стоп, подождите, пацаны, секундочку. Сейчас не по тексту. Настя, я знаю, что ты сидишь в этом зале, смотришь на нас. Я хотел извиниться перед тобой. Прости, но я не хотел тебя... У меня все. Коваль, что ты балаган разводишь? Мы на серьезные темы пьем, а ты балаган разводишь. Ну! Па-пам-пам-пам! Мадам! Месье! Таки! Экскюзюа! Обращается с советом ваша шпана! Может, хватит языком вам? Пара-па! Па-па-ра-па-па-па-ра! У нас в стране всегда все наоборот! У кого в душе спортивки? В костюме идет! Прикрываться внешним видом! Такой мы народ! Па-па-ра-па-па-па-ра! Дорогие друзья, сегодня ваш досуг скрасили интеллигентные хулиганы из самого известного Прованса нашей страны – Запорожье. Коллектив кабаре «Заинька», воспитанные улицей, но богатые душой. Не важно, как ты одет. Важно, что у тебя внутри. Заинька, Запорожье. Merci.